Всем привет, меня зовут Роман, учусь здесь уже третий год. Приехал сюда совсем молодым. В первый год сдал четвертый HSK, также получил первую степень стипендии. Во втором году сдал уже пятый HSK, получил также первую степень стипендии. Приехать в Китай было очень хорошим решением, конечно, чем оставаться в Казахстане. Ну и Хэбэйский университет, в котором мы учимся, очень хороший, чтобы учить китайский язык. Всем советую сюда приезжать.